Новую пожарную часть открыли в селе Корчак Сулейманстальского района. Новая часть – это 21 специалист. Они будут обслуживать 8 сельских поселений, где проживают более 10 тысяч человек. Пожарная часть оснащена современной пожарной техникой и вооружением. Население этого района, этого Корчакской долины, должно быть спокойно о том, что есть пожарная часть, которая прибудет в свое время, так и локализует, ликвидирует пожары. Напомню, это уже 30-я пожарная часть, открытая в республике. В ноябре этого года также был сдан в эксплуатацию пункт пожарной охраны в Фунзахском районе. Предстоит открыть еще 2 пожарные части в Ботлекском и Кизлярском районах. Это не просто безопасность жителей этой долины. Здесь проживает 5 тысяч населения, но и соседнего района, Табасранского района, могут воспользоваться. Это дополнительное и красивое архитектурное сооружение, которое будет украшать Корчак, село Корчак. Это дополнительный стимул, дополнительные рабочие места, налоги, самое главное – безопасность жителей.